Темный. Ух. Их вместе держим спиной от рейда. Я пока не могу использовать эту способность. Дверь разворачивать, вот сам. Джека, да. Пока не поставили, как. Может я за жопой все четко. Белую. Меняем цвет, меняем цвет. Двадцать секунд успеем долить, или лучше перевести? Да? 4%. Не остановить. У меня это. Тут или нет? Падал в прошлый когда. Черные сферы. Даже искать не знаю. Сам признаюсь. Вот, у меня зрение не может двигаться. Но я далеко не бегал. Недалеко, но в сторону белого портала. После Ануба я сразу разролю, потому что у меня места в сумке мало. Кому нужен шмот? Соответственно, остаетесь. Могу остальные подержать. Полетят к грулю и суманут потом. Я в танках? У нас три танка сейчас должны быть. Это мастер, давай ты будешь третьим. Окей. Толку с того, что я бегаю, конечно, если не 4-5 солид. ДПС от пусть 250. Это их задача. Ваша задача не умирать. Я и не умер. И учить тактику. Сегодня учились в Варесе. Ну, дамага нам чуть не хватало там.
И мозгов, кстати. Десятки, что ли? Нанчиком. Я ж вообще в РС ходил один раз, только не то, там все было быстрее. Он сам всех хотел. Ты можешь попросить, он тебя потом возьмут. Там принцип, только карик. ДК, типа, нарываешься на ГП, что ли? Будут принадлежать мне, Фордринг. Нормально так? Бля, пухом поймите. Два трупа. А чё, умерли? А падают на эту расколотую и умирают. Да. Это нормальное явление. Не, я сейчас перезайду секунду. Встаем, встаем, хватит в воде киснуть. Ну вот бред, блин, опять. Пошли вы к ни одной триньке, ничего не упало. Ну как, я не знаю. Потому что ты играл. У нас упала одна. У вас упала? Ну да. А там всегда падает. Даже еще маунт упал вообще, чтобы он настроился. Ребаф можно, ребят, пожалуйста? Еще не все здесь. Кто-то вон бежит еще. Микстурка, например. Танки, смотрите, я на вас меточки поставил и 3D. А можно я мейн танком буду на босс? Ты хочешь босса танчить? Да. Все, окей, ты будешь на босса добавить. Мобов разбивается лужа, танк ставит на лужу босса. Одного моба под босса, второго на лужу рядом, которая. Мобов не сводим, потому что может шотнуть танка. Больше тактики тут. А, кстати, хант, на тебе сферки будут. Ты сферки разбиваешь сразу. Танки мелких на переходке, когда закапывается, не бьют. Да-да-да, там все демеджеры наши сделают. Если мобы с одной стороны выходят, соответственно, мы разных забираем и разводим на разный билд. Чек на готовность. Пожалуйста, ребаф можно? Ребафните, пожалуйста. И пэтов, и чтобы быстрее все было. Помагу бафы дайте, и не надо пэтов точно выбирать. Все бафы помагу отдали. Всем пало. Каску помогу. Дайте, пожалуйста, каску варам. Касочку по варам дайте, повторите. И кулак повторите по рейду, пожалуйста, 8 минут. У кого он вкачан. Боже, да тут урон не нужен, ребят. Ну мы больше времени тратим на вот эти бафы. Ну все, погнали, вроде все. Ну еще раз чек на готовность. Если все готовы, даю отчет на пул. Все готовы, даю отчет. Хант сфера. Сейчас хант. Три. Босса. Те, что ауешь.
А кресту. Соответственно, кому это сверно набили, пожалуйста. Кто может? Так, и милики, я уеду заливать. Через секунд, один сил стан. А, заморозил. Бывает. Могу остановить. Отлично, мобов доливаем быстрее. На второй лед поставил моб объем. Ну зачем вы станете? Сейчас моб вылез. Я его, если что, заберу. Да, умираем. Хозяину капец, а не. Все так ГП радуются, чи чужому, что я просто удивлен. Меньше факел будет. Ставь на лед. РБД по моему мобу бьем. Милики АОЕ заливают. Раз, если я равно против. Попробуем привести. 50%. Мобов разводим. Небеса. Опа, на. А мы умираем с траектории, уходим. Реагируй, даже. Ну, 1% не хватило, кто же знал. Появляется через 10 секунд, не умираем. Схила мелочь убейте, пожалуйста. Будем. Может, на разные. Процентов не больше, лучше на 30. По боссу милики АОЕ заливать моба, я моба здесь держу. Вообще отдельно.
А ты говоришь, даже маунт упал. Давайте сейчас сразу маунт разролим. Давайте. Маунт по ЕБ или просто? Не, это ролл. Маунт ролл. Тринка есть отлично. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнования будут допущены лишь самые сильные... Мега ролл. Дима. РЛ. Я извиняюсь, это ВТФ ДК. Мне позвонили, надо мне немножко выйти на улицу, короче. Наверное, сегодня я на сегодня все. Поэтому на твое усмотрение. Кинешь, не кинешь. Дадут тебе, все, да, всем да, спасибо. Да. Окей, все, я понял. Всем спасибо, ребят. Ага, да, это кто? Это ДК ВТФ. А, все. Хорошо, все, давай. Микстурка и кто еще 92 кидал? Бузер. Бузер. Давай перерол. Бузер кидай ролл. Уступи, уступи, Диме Маунт. Да. Честно выиграл. Гэффа, Дима. Ну хоть нормально выглядит, или нет? Оценки раджи, жук. На говно. Так. Квартуемся. Брула говорили. Че кидал, а позже что-то больше выкинул, я ничего не понял. Да не, он повторю. Да, место. А, у тебя есть этот ассист, дай кому-то платить. Он там 232 как раз. Звезде, ну, пожалуйста. Не просили ждать звезде обмен. А он меня игнорирует. Он на БГ. Он в кузне душ. Давай спать. Думал, мне чей топора 1.8 будет. Кстати, а кто-то на замене был? Он и был. А-а-а. Давай в дискорде есть скриншот. А, нет, его не было на замене. Не прохилишь, он был в рейде постоянно, он со мной хилил. Нижечку хилы. Доточники кому-то. Звезды обмен. Если надо, кому древковая, на трансмут может смотреть. Наберите чисто на замену на 2 инста. Мастер, давай обмен. Короче, кинешь. Я понял. Короче, разбирайтесь сами за... Все, ребят, всем пока, спасибо за рейд. Да, да, тебе тоже спасибо, давай. Кожу ролим. Кому кожа нужна, сапожки? Если никому. Я извиняюсь, что перебиваю. А Кираджи берете там с вами, у вас один человек ушел вроде или нет? Быстро разрулю. Сами разберусь. Сами. Я пока что разруливаю. Подожди, я ничего не могу сказать. Звезде обмен. Зем, пойдет Дунов вас там пока. Да, давай. Да. Штанишки ролим ткань. Слава, ты ушел уже? Нет. У тебя где рога? Долоран, банкалах, как обычно. Обмен, звезде. Ну иди кури, я потом подойду. Можно я потом заберу его? Добро. Зайти? Да, камешек не сделаешь. Ну, сейчас как раз загрузится. Воры. Дорога. Ролин. Арбалет. 45-я есть.
Да. Вопрос не по теме. Гранулы для оральной суспензии. Это типа те, что в воде разбавляются и пьют, да? Не знаю. Я тебе не отвечу. Гугли, гугл все знает. Жилетка на кастера ролем. Рули, может шаманы для начала. На танка ролем. За 5 лат на танка. Не плачем. Давайте рульчик. Плохие там сокеты нет. Да, сойдет. Че, давай обмен. Нет, я нет. До сих пор с ними гоняю. Там меткости нет. Да меткость другими шмотками можно набрать. Проблема в мастерстве еще есть. Я сокетами добрал меткость. И то не все. Ролем кольчужные сапожки на ханта, на энха. Подвеска на ддшера СПД ролем. Вы уже закрыли обычки? Нет, они еще два инста будут бежать, их разолка хотят. Она на хила заходит. Заходит. Не прохилишь, давай обмен. Боешки идут в ГБ. Если захотите бое купить, полцены от Аука. Так, поехали с Ануба. Запястья тканевые, ролем, кому нужно. Да, ты про бое сказал, да? Которая падает в гирейдах, можно за полцены купить. За это мы покупаем рыбу, припот и т.д. т.п. А сейчас я вам раз... Каким образом? Тебе скрин надо кидать на аук или как? Нет, ребят, просто говоришь цену на аук и за полцены от этого. А, не отвлекайся, руль, я сейчас все распишу. Я понял, спасибо. Конечно. Сапожки на ДД, мастерство, крит, ролем. Опа, чирик. Сделай себе эти крафтовые уже. А если человек купит у тебя за пол голды и продаст на опыт? Тогда ГП или кикает. Тогда его просто сразу выгоняют, и даже если он куда-то пойдет в другие гильдии, ну его там просто ну попустят. Все и так прекрасно понимают на сервере, что такие игроки не нужны. Давайте ролим штанишки на кастера. Может, на хила кому-то. Ну, можешь магией побить. Виталь, что-то. Ну, кстати, я до магии. Шансон, ты кожу не носишь. А, тьфу, бля, извините. По ЕП, ГП думайте сами, Сережечка. Штанишки сможешь мне дать? Как по мне, это серьга беспонтовая. Это? Она секрет, с лемов идет. Она такая есть, она у меня есть, не берите. Это правда. Тупо 150 СПД дает, а этот прок ни о чем просто. На стамину? Да. Нет, та что... Власть мертвых. Да, власть... он мне сокет делает. Ладно, если кто-то... Да за ГП я брать не Ребят, трофеи это тоже беспонтовая вещь, я продаю и эти деньги кидаю так же само в ГБ. Потому что смысла грейдить шмотку нет, очень дорого ОД стоит. За ОД лучше купить это 10 и т.д. т.п.
Макс, не синий. Это не синий был? Это фиолетовый камень. Ну, принес. Он на 30 дать у меня есть. Так. Красом плюс. Повторите, кто там хотел на груля или на... Подожди, что-то не то. Макс, Слав. Сейчас, секунду, я Макс. Я хотел, взял. У вас один ушел, вот один человек к вам идет. Караджа хочет, да? Погоди, это, по-моему, синий был, Слав. Сейчас фиолетовый купил страхолит. Да, я синий взял фиолетовый из ГБ. Ну ты меня глючишь тут. Идем в два танка, я думаю. Тут, в принципе, больше ее не надо. Что, мне ДД спекать? Ты хочешь в ДД быть? Будь в ДД. Хочешь в танке? Давай в три танка пойдем. На этом... Там проблема в том, что у паладина этого просто нет спека ДД. Ну да, я же за то, что и говорил. Окей, давай этих боссов. Я троих подержу, вы по одному. И все. А давай я твоих подержу. Не, Макс, у меня все есть, не надо, ну, подожди. Кинь обратно, куда там взял. Ну, их держи, там агро сорвут. Ребят, давайте готовность, отлипаем, поехали дальше, потому что время идет. Я так хочу... Давай отлипаем, и... надо присумонить людей. Сумон, троих, четверых, поехали. Ну только двое людей сумонить. А, фигня какая. Че, на пенетру еще скажи сделал. Нет, у меня вот есть, видишь, синий на 30 стамины, и я не могу его... Это потому что разные камни. Да. Правильно, ты штаны хотел же роливал тогда. Ну да, если никому не надо, заберу. Спасибо. Мастер, а ты, если не ошибаюсь, оружие? А, да? Древковое, правильно? Сумма бревно. Вроде совсем не рассчитался. Не прохилишь, что тут? Да, тут. Принимай сумку сейчас. Тема чуть не отвечает. Занят, он говорил, что говорит, не знает, смогу ли я пить. Сио, принимай сумму. Сейчас я приму сумму, но хочу только знаков купить карту. Соберите тут, сейчас даем сумму. Трыню не забрали, трыня у меня. Элемент про. Ты забираешь за... Ты передастся, да. Меня ж крашнуло. Тебя тыкнув. Выкинуло на Анубе. Тебя на Анубе выкинуло, квест ты, соответственно, не сделал. То есть ты не видишь этого лупа. Шепер, сори. Тебя выкинуло на Анубе точно. Так, все тут, кроме там, которые логились. Пошел мобов собирать. Давайте черепок заливаемся, косты сбиваем тут.
Ребят, одну минутку отойду, сейчас буду. А, скажите, пожалуйста, кого третий аура стоит из паладина? Мне просто уходит полоткачина третий аура, может я поставлю? Тут должны стоять все ауры, понятно. Даже кони. Не, надо больше сказать... паладинов. Может. Чё, вы уже там пропушили, все, прошли? Просто берешь честер и отбегаешь от аур, от действия аур. Да, лойсаешь и включаешь себе нужную. Как я сделал, вон я включил броню, кто-то еще с броней. Спасибо. Не за что. Пипец, я ни разу не видел, чтобы эта тренька падала в РБК. Ни разу, сколько играю. Компас аргусянский? Да. Я вчера его стролил, напало. Я тоже на притовар забрал как-то раз. Почти как ключ. Только я тут играю полтора месяца или месяц, я ни разу не видел его. Я тоже полгода играл, тоже не видел ни разу. Я их распылил 5 штук. Кроме тишины должен был кальцедон или что? А есть у тебя? Да. Господа филадины, поставьте себе пали пауэр, такой замечательный аддон, не будете париться. Можно поставить хилбот и тоже не париться, он бах сразу все хватит. Тебе много надо или нет? Хилбот не покажет, какие бафы дает другой. Хилбот не покажет? Ну да, не покажет. Нет. Согласен. А полипауэр покажет. Не знаю, 6 лет играю, все время ручками бафы через хилбот никто не жаловал. Не знаю, я, у меня и грит стоит, и хилбот, и я полипауэр не качал, потому что он, не знаю, не нравится. Не, мне тоже не нравится. Его имеет смысл качать только, чтобы понять, кто что бафал. Это единственное. Ну, как мне Рэл скажет, там баф, это ей баф, у меня грит помогает очень сильно. У меня тоже всегда грит. Зато без заморочек вам Рэл все расставил, и вы бафаете. Да. Ну, когда Рэл так говорит... интересно. Он не говорит, он просто расставляет, и все. Вы просто кнопочку класс прожали, и все. Все, и голова. Значит так, я держу троих, трусы, ромбик и звездочку. Паладин держит крест, вар держит черепа. Дима, у нас Макс сидит на входе, и я не даю лапу за это. Кто на входе? А, хозяин. А его нету, да, тут? В ДС точно. Чекни. Блин, он задолбал вот это АФКшить. Мало того, что АФКшит, в Дискорд не заходит. Ну, мы же говорили, скачать Дискорд. На все есть, кроме него. Он обещал. Обещал, ладно, ему тут ничего не надо, он тут особо и не нужен. На квест? На квест догонит. Короли же не нужны по квесту. Короли, да, ему король не нужен. Так, ребят, сейчас я даю отчет на пол. Поехали. Сервак? Нет. Дима, мне все надо. Дима, чё? Дима, он? Я вообще слышу? Дима. Кого мне забирай? Летит все трусы, потом ромбик. Летит.
Будет 20% от трусов, забирай ронда. Потягивайте, ромбик, потягивайте, танк. Давайте, пожалуйста. Ну, герой, да не будет, наверное, тёма, пойдём герой. Можно гимноман? Уже да. Добавил с Бели, к сожалению. Могу инер дать кому-то. Честру. Не надо. Да не надо, тут хилить некого, ребят. Что осталось. Тут года. Какой-то ДК сильно проседает. Ну, какой-то микс-стирка. У микс-стирки ДД меч. Какой-то микс-стирка, говорит. Да ну... Да, босс. Чтобы хил не хотели, вас не убили. Да, отбегайте во время крути. Да, могу. Вообще, это за. Там надо постоянно убегать. Так что учимся на груди. Вихрь 5. А что мне... Не показывай. ДБМ тут, короче, писанный специально сирусовский. Должен показывать. Да я понял, ты его скачал, но он не показывает ничего. Мы тоже скачали ДБМ, сирусовский кинули, ничего не показывает таймер. Дим, значит, мы старый скачали. Это Дим. Доработал. Дим, это доработал. Это Саня. Можете кого? Потом скинуть. Кого доработал? Авторские права и тому подобное. Я потом поговорю с автором. Давай. Танки начинайте. Мобов пока нет. Я сейчас шмотки возьму под эти. Канур. О, глава 245. Ну, жак, где делать нечего. Ну что он? Серебряный турнир. Танк выбил? Нет, хватит. Посмотрим, не знаю, скорее всего. А вы? А вы лобницы. Солнце. Ставь мне одного какого-нибудь мана перегени. Траун там забираешь или генишь? Ну, ты вообще знаешь, уж слабо, что я у тебя постоянно все кнопку забираю. Я знаю. Поэтому я говорю, таун ты забираешь и все, да? Жать на сразу троих и так. ДК соло тар. Я вот
А не таунтом забираю моб. Череп, квест, потом этого бомжа. Косты за танк. Выйдите нем... немножко, а? А то все равно... Паладин танчит первый, я потом врываюсь, буду вторым пагом. Соответственно, все рассоситесь по углам РДД. И когда он откинет, набираем рейндж 10, чтобы никого не убить. Я первый танчу. Ты первый начинаешь, я у тебя все равно потом заберу. Ты, главное, будешь вторым по агро. Нет, отлично. Я понял. Геру давать будем после первой вот этой заморозки, когда он в камень возьмет. Давайте чек на готовность. Все. Не прохилишь. Ага, все тут. На пул на паладина давайте. Угу. Поехали. Все, поехали, поехали, поехали. На постоянно давайте. Показать будут. Кидание. Рейндж набрали все. Геро.
раньше на грань. Дискон. Всем. Ну, это только зайдем, сразу вайп будет. Вот винков качать. Не, может быть такое, что я помню, на груле Гири был, убили первого босса и дошли именно до груля, тоже били, короче, диском, и все. И не засчитал ни класс, и просто пропали боссы. И КД повесилось. Ну это когда убиваешь, когда его не убиваешь, не должно этого быть. Я сделал скриншот, поэтому ничего страшного. Я так же сам ошмоток скриншот сделал, Т4, если что. Ну давайте, у нас 5 минут есть перекура, можете чайка сделать, в туалет сходить.